В Астане подвели итоги 16-го республиканского фестиваля военных песен «Жасулан». Во дворце Конгресс-холла победители фестиваля провели гала-концерт. Главный приз в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» присужден вокальной группе военной части 18-404 аэромобильных войск. В номинации «Фольклор» победила группа «Шашу» военной части 40-398 регионального командования «Восток». А вот самой лучшей исполнительницей фестиваля признана Лана Сапина, ученица средней школы из Кустанайской области. 132 участника соревновались по трем номинациям. Главная особенность этого фестиваля в том, что если раньше в нем принимали участие только лишь военные, то сегодня здесь ученики школ со всех регионов страны.